Сергей Баранов с фотоаппаратом давно на «ты». За плечами больше 40 лет работы фотокорреспондентом. И с каждым годом Сергей все больше укреплялся во мнении. Фотография – особое искусство. Фотография – это как бы отражение нашей жизни всей. Вот то, что мы имеем. Вот там есть вот тот город, какой был в 75-м году. Вот там есть вот улица Фрунзе, каток, как асфальт кладут. И сейчас как город преображается. Вот есть это отражение, чтобы народ видел то, что было и что становится сейчас. Персональную выставку, посвященную своему 70-летию, Сергей презентовал в галерее «Вавилон» не случайно. Мастер давно дружит с галереей и часто фотографирует их экспозиции. 18 лет галереи. С первого дня мы попали в объектив нашего любимого фотографа Сергея Баранова. Это не просто какие-то отношения, это теплая такая нежная дружба. И вот сегодня впервые Сергей выставляется в этой галерее. Люди, города, сюжеты, целые истории и жанровые работы. Снимки поражают своим разнообразием. Все они выглядят живо и естественно. Именно искренностью кадра и восхищаются посетители. Много таких интересных моментов. Через лужу прыгает. И так узнаешься в нашей действительности. Он так озабочен, чтобы не попасть в лужу. Глаза горят. Замечательная работа. Сейчас продолжу с удовольствием осмотр. Фотовыставка в галерее будет радовать гостей еще 2 недели. Но не исключено, что при большом интересе выставку продлят. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.